Стали известны позиции казахстанских теннисистов в мировом рейтинге после Уимблдона 2024. Первую строчку сохранил итальянец Янник Синнер. На второй позиции серб Новак Джокович. На третьем месте располагается испанец Карлос Алькарас, ставший победителем Уимблдона 2024. В финале он обыграл Джоковича. Казахстанский теннисист Александр Бублик потерял одну позицию и стал 24-м. Александр Шевченко поднялся с 57-го на 56-е место. Михаил Кукушкин опустился на две отметки, теперь он 135-й. Денис Евсеев отыграл 4 строчки, заняв 160-е место. Прорыв совершил Дмитрий Попко, взлетевший на 36 позиций и ставший 186-м. В парном рейтинге первое место разделили испанец Марсель Гранольерс и Орасио Сибальес из Аргентины. Третий – австралийский теннисист Мэтью Эбден. Представитель Казахстана Александр Недовесов стал 49-м. Бублик остался на 131-й строчке. Андрей Голубев потерял 10 позиций, теперь он 148-й.